Встроенный DLP-проектор, мощный двухмодульный фонарь, аварийные маяки, камера ночного видения, сумасшедшая автономность и много чего еще. Сегодня про один из самых необычных смартфонов, что были у меня на обзорах, модель Tang 2 Pro от суббренда Unihertz компании 8849. Не так давно я показывал модель 3 Pro, которая имела схожий функционал и внешний вид, но более производительную начинку. Соответственно, ценник на нее был выше, неприлично выше. И там в обзоре я сказал, что бессмысленно запихивать столь мощный процессор и столько оперативки один черт играть на смартфоне весом почти в 700 грамм никто не будет, и что можно было бы использовать более простой чипсет, который бы позитивно сказался на финальной стоимости смарта. И вот как с языка сняли. Компания выпускает Tang 2 Pro, который внешне и функционально сильно похож на 3 Pro, но собран на основе популярного нынче Helio G99. Соответственно, отпускная цена на смартфон получилась прилично меньше. В распродаже и различные акции прайс опускается до 34 с небольшим тысяч. Напомню, что Tang 3 Pro отдают минимум за 60 в различные сейлы. Если будете брать, не забывайте про таможенную пошлину, которая начисляется сейчас на все покупки за рубежом дороже 200 евро. А о всех акциях, в том числе и о грядущей, которая стартует 17 июня на AliExpress в честь дня рождения маркетплейса, я ежедневно сообщаю в своих группах ВК и Telegram. Если хотите покупать с хорошими скидками, а также быть в курсе всех обзоров и распаковок, обязательно подписывайтесь на мои паблики, ссылки в описании к видео, как и ссылка на сам смарт, о котором сегодня пойдет речь. Одной из основных фишек смартфона, как и в 3 Pro, является встроенный портативный DLP-проектор, позволяющий проецировать изображение с дисплея смартфона на любую поверхность. Характеристики проектора идентичны у моделей. Пиковая яркость 100 люмен, разрешение 854 на 480 пикселей, максимальная дальность фокусировки 3 метра с получением диагонали до 120 дюймов. Но оптимальным расстоянием, на мой взгляд, является 1,5-2 метра с диагональю картинки в 70-80 дюймов. Понятно, что характеристиками проектор не блещет, его фишка в мобильности. Допустимая яркость позволяет его использовать только в полной темноте. Даже в условиях искусственного освещения изображение становится блеклым, и в темных сценах что-то разобрать сложно. Но возможность проекции изображения в любом месте – фишка интересная, и я знаю, что есть люди, которым данный функционал может пригодиться. Внутри корпуса смартфона встроен кулер для принудительного охлаждения. Он активируется автоматически при запуске проектора. Подача воздуха и выдув осуществляется через специальные отверстия на правой и верхней грани. Фокусировка у проектора ручная, на торце корпуса смартфона есть колесико для этих целей, а вот настройка трапеции производится автоматически и не всегда работает корректно. Бывает, ее заклинивает в определенном положении, тогда помогает только перезагрузка проектора. Также в настройках можно отрегулировать яркость проекции, запретить изменения трапеции и выбрать, как будет отображаться видео, вертикально или горизонтально. Рядом с решеткой выдува расположен инфракрасный датчик, позволяющий управлять бытовой техникой, телевизорами, кондиционерами и всем остальным, что можно включить-выключить с пульта. Для работы с этим модулем предустановлено приложение Zaza Remote, но вы вправе использовать любое другое, которое больше нравится. Еще одной из фишек этой модели является мощный кемпинговый фонарь, расположенный на тыльной крышке корпуса. Он состоит из двух модулей теплого и холодного света, их можно включать как одновременно, так и индивидуально. Для включения и выбора режима работы также предустановлено приложение на смартфон, тут можно выбрать, какой именно модуль вы хотите использовать, настроить продолжительность работы от 5 до 30 минут. Обращаю внимание, что максимум это полчаса, всю ночь, допустим, в режиме ночника данные фонари работать не могут. Также в программе можно активировать один из 5 режимов работы, это SOS, STROB или 3 режима яркости. На максимальной мощности светит очень ярко, глаза не выдерживают, надпись о том, что нельзя светить глаза, тут не для красоты однозначно. Но спустя минуту после работы в максимальном режиме пиковая яркость автоматически снижается, видимо для того, чтобы избежать перегрева. Кроме приложения, фонарь можно включить, в том числе и боковой вспомогательной кнопкой, настроив ее предварительно. Также на тыльной стороне корпуса расположены две группы сине-красно-зеленых светодиодов, которые по задумке производителя можно использовать в качестве предупреждающих маяков в аварийных и экстренных ситуациях. Для их включения также присутствует отдельное приложение, называется оно «Симулятор опасности». Тут можно активировать как один из цветов на выбор, так и все три. Плюс в этот момент смартфон способен воспроизводить различные звуки сирен от скорой помощи до ядерной тревоги. Attack.
Tank 2 Pro в текущий момент является лидером по автономности среди всех смартфонов, что были у меня на обзорах хоть когда-либо, а их было не один десяток. Внутри установлен аккумулятор, как и в Tank 3 Pro, емкостью в 23 800 мАч. Это прям вот до хрена, и за счет более энергоэффективного процессора, что здесь установлен, Tank 2 Pro на одном полном заряде держится значительно дольше своего старшего собрата. Смартфон в PSMark тесте, который эмулирует выполнение различных ежедневных задач, выдал 30 часов 11 минут экранного времени, от сотни до 20% остаточного заряда аккумулятора на максимальной яркости, и это еще 20% остается, то есть смело можно 5-6 часов работы накидывать. Это, кстати, на 120 Гц частоты обновления дисплея, на 60 Гц автономность увеличивается и составляет 35 часов 21 минуту. Просто жесть. У Tank 3 Pro эти показатели составляли 27 и 30 часов соответственно. Ну а сравнивать с обычными смартами вообще смысла нет никакого. Там этот показатель примерно 7 часов, тут в 5 раз больше. Соответственно, Tank 2 Pro в состоянии продержаться 7-10 дней в стандартном режиме в легкую. 1 час работы проектора расходует 11% заряда аккумулятора. 30 минут работы фонаря в 2 модуля на максимальной мощности всего 4%. Час просмотра видео на YouTube минус 3%. Час в игрушки разные примерно 4%. Заряжается смартфон, несмотря на большую емкость аккумулятора, также очень шустро, благодаря поддержке быстрой зарядки в 120 Вт. Штатным блоком питания, что идет в комплекте, зарядка от 0 до сотки составляет всего 1 час 45 минут. Первые полчаса плюс 46%. Правда, должен отметить сильный нагрев тыльной крышки. Учитывая толщину корпуса, аккумулятор греется явно очень сильно, и как быстро он начнет деградировать, это, конечно, вопрос. Соответственно, аккумулятор такой емкости влияет на габариты смартфона. Он толстый и тяжелый. Толщина составляет примерно 3 обычных мобилы, вес 700 грамм. Корпус выполнен в противоударном формате, способен выдерживать падение с высоты человеческого роста, тут главное на ногу себе не уронить, больно, поверьте. Большая часть корпуса покрыта металлом, плюс прорезиненные вставки сверху и снизу. На тыльной стороне, кроме фонарей, расположен блок камер с инфракрасной подсветкой для работы режима ночного видения. В нижней части крепления под темляк рядом прорезь основного динамика. Справа на торце кнопка включения-выключения с интегрированным сканером отпечатка, сканер бюджетный, отрабатывает 10 из 10, если один и тот же палец добавить несколько раз. Скорость срабатывания низкая. На левом торце лоток полноценный под две сим-карты плюс карта памяти. Лоток имеет резиновое уплотнение для сохранения пылевлагозащитных свойств модели. Чуть ниже расположены кнопки регулировки громкости, а еще ниже две дополнительные программируемые кнопки, на которые можно задавать в настройках выполнение различных команд или запуск приложений. Также с их помощью можно управлять камерой в режиме подводной съемки, когда сенсор дисплея отключен. Снизу под резиновой заглушкой Type-C разъем, реверсивный для подзарядки, либо для того, чтобы от смартфона заряжать другие гаджеты. И разъем 3,5 мм для подключения проводной гарнитуры. Сверху, как говорил, объектив видеопроектора и инфракрасный модуль. Влагозащита заявлена уровня IP68-69K, смарт спокойно переносит погружение под воду, но, как я уже говорил в обзоре Tank T3 Pro, я бы не рекомендовал злоупотреблять данной возможностью, так как это негативно может сказаться на кулере, который отвечает за охлаждение видеопроектора. В остальном данный смартфон схож по характеристикам и производительности с большинством других защищенных смартфонов, которые десятками каждый месяц выпускают различные китайские бренды. Дисплей IPS 6,79 дюйма с разрешением 2460 на 1080 пикселей с частотой обновления до 120 Гц. С завода прикрыт защитным стеклом, плюс запасной идет в комплекте, за что производителю отдельный плюсик в карму. Пиковая яркость 550-600 нит, на ярком солнце данные читаются без проблем. Процессор, как уже было озвучено, Helio G99, 8 гигов LPDDR4X оперативки, 256 постоянной. Вантуту классические 400 с небольшим тысяч баллов, тротлинг тест на 100 потоков 30 минут проблем не выявил, китайские производители давно обуздали этот проц, и тут редко увидишь что-то другое. Короче, классический набор по железу, который спокойно закрывает все ежедневные потребности пользователей по соцсетям, мессенджерам, видео, музыке и играм. Понятно, что-то тяжелое по графике, типа Genshin Impact, только на минималках с небольшими фризами. Но поверьте, вас это будет мало волновать, так как пальцы, удерживая 700 грамм на весу, начинают молить о пощаде уже минут через 15. Вибра унылая, как и звук, как и камеры. Хотя тут заявлены сумасшедшие 100 мегапикселей. В режиме фото смартфон крайне медленно фокусируется, часто промахивается с этим самым фокусом. Фотографиям явно не хватает детальности. В помещении и при недостатке света появляются шумы и смазы. Видео пишет максимум в 2К формате, 30 кадров в секунду. Присутствует электронная стабилизация, но она не особо спасает ситуацию. Короче, фото и видео явно не конек этой модели.
Инфракрасная камера идентична танк Т-3 Pro и десяткам других моделей. Со своими задачами справляется, дальность подсветки визуально 7-8 метров. NFC присутствует, Mir Pay и другие платежные системы из РФ работают без проблем. Wi-Fi двухдиапазонный, навигация с поддержкой GPS, GLONASS, Beidou и Galileo. В условиях плотной городской застройки работает без нареканий. Работает смарт под управлением Android 14 версии, Android голый, без каких-либо украшений и предустановленных приложений согласно закону РФ. В настройках можно задать запуск различных приложений с помощью вспомогательных смарт-кнопок, что расположены с левого торца. Присутствуют стандартные настройки дисплея, звука, возможность виртуального расширения оперативной памяти, активация записи звонков и так далее. Вот такой вот аппарат. С одной стороны, вроде и дичь. Я когда делал обзор на Танк 3 Pro, думал, ну вот кому оно надо, проектор в смартфоне, что за бред? Но когда я после обзора выставил его на продажу в интернете, оказалось, что смарт востребован, меня буквально завалили звонками и аппарат ушел за полдня. Выяснилось, что возможность транслировать различные обучающие фото-видеоматериалы для широкой аудитории в местах для этого не особо подготовленных пользуется большим спросом в текущих реалиях. И эта модель явно найдет своего покупателя.